Но вдруг Пабло приходит в голову одна из тех идей, которые переворачивают всю жизнь. Корабль. Но откуда он возьмет здесь корабль? Сейчас увидим. Итак, торжественный спуск на воду. День за днем, подгоняемый южным ветром, плывет он на север. Осматриваясь, Пабло увидел что-то на горизонте. Пароход, вышедший из порта. Но это оказался один из островов Хуан-Фернандес, где когда-то жил Робинзон Крузо, и, кажется, живет здесь до сих пор. Однажды в свой телескоп Пабло увидел город на вершине горы. Судя по карте, это город Кито, расположенный прямо на экваторе. Пересечь его было непросто. Но при небольшом содействии со стороны Нептуна, Пабло это удалось. Итак, повернув налево вдоль экватора, Пабло направился к Галапагосским островам. Вот оно, долгожданное солнце. Пабло казалось, что он никогда на него не насмотрится. А вот этого он не предусмотрел. Да, неприятная неожиданность. На помощь! Спасите! Судно дало течь! Всем собраться на палубе! Сделайте же что-нибудь! Спасательные шлюпки! Всем покинуть корабль! Спустить паруса! Не спойте без дела! Помогайте! Надраить палубу! Боже! Смотрите, что это там? Как раз то, что нужно.